О. Спиннинг в дугу. Леска 0,09 мм. 7 видов рыб. На силикон, нимфу, бисер. Это мормышинг. Доброе утро, друзья. Мы с Юрой на барабойке приехали помормышить. Вместо слабого западного ветра, по прогнозу Гисметева, сильный встречный северный ветер. Мормышить нереально. Приступаем к плану Б. Начинаем ловить на отводной. Юра ставит 1 грамм, я пробую 2. У меня спиннинг Shimano Soara BB с тестом 0,5 грамм. У Юры Major Craft Rapara с тестом 0,8 грамма. О, это уклейка хорошая. Прикормка Flagman Pro сладкий бисквит. Поклевки на дальнем забросе. На 1 грамм поклевки чаще. Насадка опарыш. На живой поклевки чаще, чем на силиконовый берг. Ветер чуть стихает. Перехожу на Nano Zero SE с тестом 0,2-1,5 грамма. Ловить начинаю на нимфу весом 0,35 грамма. Копию на личинку насекомого я сделал без тисков. Хвостик из желтого пера, даббинг основа мушки из шелковой тесьмы. Вольфрам 0,3 грамма. Крючок Овнер Тенкара 16 номера.
Ссылку видишь? О, и блин. Поклевок на нимфу немного, но если на крючок добавить живого опарыша, то количество возрастает в разы. Юра переходит на мормышку 0,5 грамма. Насадки опарыш Беркли и мотыль Беркли. На живого опарыша поклевок больше, но на силикон поспортивнее. Пробую Fish Up Tanta 1 дюйм, мормышка 0,3 грамма, попадается неплохой окунь, но меня интересует бель. Ставлю мормышку с бисером, вес 0,25 грамма, есть поклевки. С кусочком живого опарыша поклевок больше в разы.
На Париж Беркли много поклевок. Юра переходит на мотель Беркли. Поклевка крупной густоры. В обед собираемся домой. В итоге 4 кило рыбы, которую Юра засолит. 7 видов пойманной рыбы. Это плотва, красноперка, карась, густера, уклейка, бычок и окунь. И отличное настроение. Всем ни хвоста, ни чешуи.